Так, поехали? А sempre muito positivo se marcar um gol. В любом случае всегда большой позитив, когда игрок забивает мяч. И ainda mais vencendo uma partida contra um adversário difícil. Более того, у нас сегодня мы выиграли против достойного соперника. Вдвойне приятно. Mas o mais importante foi a nossa grande preparação que a gente fez. Ну, самое главное это та подготовка, которую мы сделали. Сегодня заканчиваем сборы, что сыграли после того, как подготовились. Общее впечатление вот о сборах твоё. Impressão geral da pré-época. Impressão geral. A impressão é muito boa, muito boa. O time está muito, muito entrosado e muito concentrado. Очень приятное впечатление. Команда у нас единая, очень единая. Все как единый кулак, один коллектив. Mas o mais importante agora é dar sequência no campeonato. Самое главное, чтобы вот эти победы, это чтобы перевести на чемпионат, чтобы у нас не прерывался вот этот победный поступь. Уже завтра «Локомотив» вылетит в Москву, где сейчас минус 15, очень много снега, все только об этом и говорят. Ты готов, Пабло? Está preparado para encarar tudo isso? Tem que estar preparado, né? Se adaptar o mais rápido possível. Надо быть готовым ко всему и как можно быстрее адаптироваться. Бордо, minha antiga cidade, também era muito, era frio, mas não menos 15, menos 20. Бордо, это мой город, где я раньше жил, там тоже было холодно. Ну, конечно, не такие температуры, минусовые, минус 15, минус 20. Mas você vou me adaptar o mais rápido possível. Ну, будьте уверены, что я пройду очень быструю адаптацию. Спасибо. Amigo. Thank you.